Итак, давайте смотреть, на чем мы закончили в прошлой серии. Помните, у меня поселение было вот в этом месте. Я его полностью перенес специально поближе к нашим диким зверям. И плюс где-то у нас здесь еще добывают вот ягодные кусты. Так что надеюсь, что по поводу еды. Сейчас сентябрь, да, они не цветут, я так понимаю. Сезоны, ага. Что по поводу еды, у нас будет все нормально. И сейчас нужно будет достроить здесь домики. Достроить эти домики и плюс как раз разобраться конкретно с пищей. Посадить, наверное, все-таки побольше яблонь сюда. Давайте попробуем. Так, яблоки раз. Яблоки два. И сюда давай тоже, наверное, яблоню. Они как раз через 3 года у нас зацветут с вами. И по идее должно будет хватать этого всего. Ну и надеюсь. И плюс нужно будет сейчас здесь тоже сделать побольше курятников. Сделать побольше огорода. Давай, наверное, начнем огород сюда. Тут тоже штучки 4, я думаю, добавим 5. Посмотрим, просто нужно так, чтобы они сами себя обеспечивали, а потом заняться уже, наверное, торговлей, я не знаю. Потому что деньги-то капают с этих, как его, с досток, но маловастенько. А мне нужно так, чтобы у нас нормальный... Нормальный, как говорится, приход был насчет денег. Так, что у нас тут с пшеницей? Хорошо, 54. Так, ну, надеюсь, наши поля справятся. И наши рабочие. И у нас с вами будет и мука, и хлеб. Так, пшеница есть, 44. Только не могу понять, почему на мельницу... Мне никто не доставляет. Ну, мне кто-то скажет, почему они не хотят на мельницу доставлять это все. Может, у них не хватает воза? Малый хлеб? Вроде не, вроде должно хватать. Или они просто все заняты? Так, люди. Чем вы заняты? Вы строите или вы просто живете? Мельник ждет. Показать рабочее место. Ага, вот его рабочее место. Ну, тогда реально не могу понять, в чем проблемка, почему они не работают. Так, большой склад дополнительно. Где наша мука? Так, ну это соль, воск. Не туда, да, зашел, наверное. Так, вот мука. Ага, отлично. А у нас есть мука, либо нет? Ячмень. Так, погоди, а поля мы можем улучшать? Что нам нужно? Построить забор. Позволяет использовать паровое поле в качестве пастбища, чтобы быстро восстанавливать их плодородность. Нужно 5 чего? 5 досток, правильно я понимаю? У нас доски есть? 10, да. Ага, нужно удобрение. А удобрение у нас кто делает? Скот, торговля, валы, да? Мулы, лошади. Интересно, а с чего мы будем удобрение? Удобрение, удобрение. Навоз. Блин, может заказать? Как думаете? Одной штучки. Лошади, овцы, ягнята. Так, ну ты понесла его на продажу, правильно я понимаю, или что это в руках? Мне нужен где-то навоз. Откуда мы навоз берем? Так, сейчас, секунду, ребят, давайте смотреть. Ну это уголь, это не то, это карьеры. Пункт погрузки.
Рынок, телега дров, телега для еды. Тоже не то. Так, черепицу, солод, кожу. Может, построим рядом еще одно маленькое пастбище вот тут. И запустим туда лошадей, как думаете? Лошадей, коров. Попробуем. Вот сюда, пастбище. Или так не получится? Так, пусть будет такое пастбище. Давай мы зайдем... Нет, не туда. Пункт торговли с котом. Торговля. Так, торговать. Давай возить. Две. Возить. Две. Возить. Две. Ягнята не будем возить, наверное, да? Или будем, или не будем. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, что они их сюда везут на пастбище, а не на наше. Хотя да, давай, наверное, мы пока снесем. Посмотрим вот тут. Так, давай ускоримся. Давай ускоримся и посмотрим. Так, у нас здесь морковка есть, хорошо. Давай тогда. Курочка раз. Курочка два. Курочка три, наверное, да? Ладно, давай 4. 600 осталось, хорошо. Давай сюда молоко. Тоже 4 штучки добавим. 3 и 4. И посмотрим, по идее, должно хватить, а может и нет. Пока не уверен. Так, ну ягоды пополняются, мясо вроде тоже. Вот по поводу хлеба, почему у нас никто хлеб не готовит? Где наш хлеб? Вот печка. Угу. Окей. Так, ну что, мне лошадку завезут сюда, либо не завезут? Так, малых лев. Несет груз. Так, приближается зима. Я понял, с этим мы справимся. Мне нужно посмотреть, почему. Так, вот с котом. Ага, давай наймем кого-то. Так, стойло. Мне нужно стойло, да? А где они находятся у нас? Где они у нас находятся? Дети, стойло. Так, кто мне скажет, где эти стойла? Пункт погрузки. Ага, вот, да? Перевозная стойка. Ничего не стоит. Хорошо. Давай туда их построим где-то. Где бы их так построить? Давай посмотрим вот тут. Если что, то потом перенесем. Давай. Сюда раз, два, три, четыре. Погоди, а сколько мы заказывали? По две штуки, да, по-моему, всего. Так, торговля. Да, две коровы, два мула, две лошади. Но по идее сюда под. Ага, стоило один. Один. Блин, это мне нужно нанимать, сейчас сюда будет кого-то. Так, хорошо, 2, 4, 6. То есть нужно сейчас будет улучшить это все. Снести. Это улучшить малых лев. Так, улучшить малых лев. Это тоже. И нанять по одному человеку нужно будет.
Тогда давай, наверное, и тебя мы сюда перенесем. Правильно я думаю? Вот пусть тут будет. Так. Все, отлично. Тогда одного человека сюда нанимаем. Одного человека сюда нанимаем. И одного сюда. Так, все, разобрались вроде бы. Как бы, 5 человек еще у нас осталось. Теперь мне нужны лошади. Как посмотреть, сколько у меня здесь скота. И закупаю ли я его вообще. Непонятно пока. Так, мука делается. Хорошо. Так, ну давай тебя сюда одного на человека назначим. Так, голод. Это да, я знаю, что у нас голод, но, ребят, пока мясь. Нужно потерпеть. Ага, еды вообще нету, да? А как же шкурочки? Топливо. Топливо у нас делает. Дровосеки у нас делают топливо, да? Ладно, давай еще одного назначим. Так, лошади. Заказать еще одного вала. Блин, я не могу понять, где у нас делается навоз с вами. Может, на следующем уровне? Ага, я еще одного мула, да, заказал? Стоило 2 из 2, 0 из 2. 0 из 2. И тут 0 из 2. Где наши лошади? Ладно, ладно. Скот несет груз. Ждет торговля. Возить. Ладно, не торговать. Убираем и попробуем. Попробуем с вами просто вручную позаказывать. Я не знаю, может. Может поможет. Так, скот. Есть один мул. Здесь у нас один из двух. Ноль. Так, торговец станет доступен через 12 дней. Очень интересно, но пока мне ничего не понятно. Во, лошадь. Хорошо, мы будем собирать с тебя то, что нам нужно, либо нет. Потому что я хочу поле, конечно, свое улучшить. Вот. А мне нужно... удобрение. Блин, где мне удобрение взять? Кто мне скажет? Ну и там бар, склад, пункт погрузки, стойка. Так, тут, ага, наша усадьба. Королевский налог увеличен. Ну, допустим. Нас пока месяц это не совсем интересует. Мне нужно понять, почему... почему на пастбище здесь ничего не происходит? Почему они не собирают здесь навоз? Или они не должны его собирать? Так, пряжа, мука, зерно. Блин, я могу тебя... торговлю тебя заказать? Сколько ты будешь мне стоить? Ну, навряд ли мы здесь навоз будем с вами заказывать, правильно я понимаю? Либо нет. Эль, одежда. Ну да, эль мы пока не заказываем. Так, ребят. А ну. Дайте разобраться. Так, заказать еще. Ну, давай... вашем последнем прибутору с котом и доставить соответствующее животное. В каждом режиме можно размещать по одному заказу раз в месяц. Если вы хотите покупать животное чаще, вам понадобится собственный
торговец котом. Хорошо, давай лошадку закажем. Давай закажем лошадку. Может, тут как-то... Так, курятник. Обеспечит пассивное поступление яиц. Ага. А как мне обеспечить пассивное поступление удобрения? Может, когда я улучшу уровень себе, тогда появится. Давайте тут посмотрим. Так, зимняя рыбалка, торговля, деловые навыки, пчеловодство. В раннем доступе функция заблокирована, требуется доработка. Ага, то есть мы даже не все сможем с вами открыть в раннем доступе. А вот и удобрение. Построить забор позволяет... Ага, мне нужно, то есть... Нужно... 2 очка навыков. Блин, знал бы, пошел бы по ним бы, наверное. Хорошо, давайте закроем. Давай нажмем на поле, посмотрим, что здесь мы еще сможем с вами сделать. Так, приоритет поля средний. Давай его сделаем высший приоритет на пшеницу. Блин, ладно, ладно, придется тогда улучшать это все. Что мне не хватает? Голод, еда. Голод, еда, хлеб, мясо, мясо, мясо. Хорошо, давай тогда огороды ставить. Так, раз. Не знаю, может, с помощью огородов они смогут это все сделать. Ну, я на это надеюсь, конечно. Мы не зря с вами сейчас тратим денежку. Так, еще огороды. Здесь пусть еще будут курятники. Так, хорошо. Курятник сюда. Так, здесь у нас пусть молоко будет. А, это шкура обеспечивает, да, хозяйство. Тогда пусть будут курятники. Так, огород. Огород. Потому что денежек мало, не на все может хватить. Давай тогда курятник. Пусть еще будет один курятник и все. 25, 25. Ну, шкуры нам тоже, в принципе, нужны. По идее. Ладно, шкуры. Здесь у нас, когда мы заработаем... Овощи поставим еще одни. И надеюсь, на этом нам хватит всего. А может, и яблоки. Сейчас посмотрим. Так, давай разбираться. Давай разбираться. Так. Тут ты яблочко можем. Нет, нужно 50, да? Ладно, пусть тогда. Ну, пусть скоро будут. Все. Отлично. Вроде работает. Вроде работает, вроде денежка даже идет. Что здесь нужно для улучшения? Черепица, камень, да? Черепица, камень. Мы можем отправить человека на сюда добывать камень один. Хорошо. Здесь мы будем добывать с вами железо 2. Где-то еще у нас здесь были. Вот карьер 3. Все, вроде больше ничего нету. Ага, вот еще карьер 4. Во. Все, почти людей всех мы распределили.
Почти всех людей мы распределили. Это отлично. По поводу муки по нулям. Ты хлеб, я так понимаю, не делаешь тоже, да? Общая печь. Почему он не занимается этим? Вот это я понять не могу. Так, что по поводу рынка? 18%. Ну, вообще уже пошли. До яблок еще рано, до яблок еще 3 года. Так, лагерь каменнотесов, да? Камни у нас... Ага, 62 камня. Окей. Ну, да, пусть делают. Я не знаю, что пусть делают. Сколько у меня еще? 5 человек есть свободных, да? У вас задолженность перед королем. Ну, подождет, я думаю. Ничего с ним не останется. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А у нас пятеро. Ладно, где мы их построим? Давай, наверное, рабочие у нас будут здесь. Пусть рабочие будут у нас здесь находиться. Так, давай сюда, давай сюда. Давай вот сюда. Ага, 6 человек. Блин, нужно будет тогда одного кого-то снять. Возможно, даже отсюда нужно будет. Либо здесь пустая. 0 из 2. Хорошо. Тогда тебя мы уничтожаем вот так вот. И давай, наверное, сюда поставим еще один колодец на всякие пожарные. Все. Вот так пусть колодец стоит. Сейчас поставим всех людей на работу. И посмотрим. И посмотрим. Нужно что-то такое придумать для торговли, что мы сможем с вами постоянно продавать. А что продавать? Все инструменты, которые мы будем продавать, но они конечны. Из-за того, что у нас ресурсов здесь всего лишь, ну, вы видите, что железо 128 всего лишь, железо все. Я даже не знаю, что мне с этим делать. Овощи, почему так мало овощей? Кто мне скажет? Может, нужно просто больше людей назначить сюда? Большой амбар? Может, вот так сделать? Как думаете? Так, ларик с едой завершено. Так, а вы... Ага, да. Чем больше здесь людей, тем больше, наверное, они будут здесь продавать нашим людям, да? Правильно я понимаю? Просто если... Да. То мне нужно кучу амбаров строить. Блин, а меня это не прикалывает. С этой кучей амбаров. Погоди, давай. Ну, смотри, как пошло. Вроде бы даже пошло. Разнообразное разнообразие. Но теперь у меня нету людей для... Нету людей для другой работы. То есть мне придется строить еще хозяйство. Но чем больше я построю хозяйств, тем больше еды им нужно будет. А я и так их еле-еле обеспечиваю. Так, давайте посмотрим. Угу, заполняется потихонечку. Потихоньку растет. Угу, блин, чё мне... Так, ворон, ты что делаешь? Кузнец. Печь для обжига. Так, давайте, наверное, пока не будем спешить с вами. Пусть строятся. А мы пока разбираемся с едой.
Просто жалко, на полях нельзя ни морковку сажать, ничего такого. Вот это вот что плохо. Вот это, ребятки, что плохо. Я вот это вот понять не могу. Как бы мне его бы... Так, улучшить до второго уровня запас еды на рынке. Ну да, согласен, у нас еды на рынке маловастенько. Так, яйца, ну в принципе поступают потихонечку. Ну и тоже мало, да? Для семьи, я смотрю. На что поделаешь? Так, камень 240, а здесь у нас лагерь каменотесов 600 осталось, да? 628, 627, ага, у нас 1000 камня с вами будет. Продавать, наверное, пока всего нету смысла, потому что еще пригодится. Я не могу решить проблему с едой. Так, может, если... Ну, тут два человека, хорошо. Здесь у нас где ягоды. Вот у нас ягоды. Собиратели. Ну, давай еще одного добавим. Не знаю, насколько сильно это все поможет. Но давай еще одного добавим. А потом посмотрим. Так, ага, вот у нас пастбище. Торговый пункт. Торговый пункт, скот, торговля, овцы, вывозить. По идее, их сейчас должны будут вывозить, забирать, и мы заработаем денежку на этом. Мельница не работает, у нас нету пшеницы. Хотя есть вон 29-33, ага, хорошо. Значит, по идее, здесь должны готовить хлебушек. Если нет, то смысл он тут стоит. На склад, иначе производство остановится и хранится под открытым небом. Твармор пропадать. Туда нужно построить еще один амбар, да? Давай еще один амбар построим. Вот сюда. Еще один склад. Да, приоритет высший, приоритет высший. Строить им. Пусть заполняется. Так, кто мне подскажет, как бы мне с едой у них наладить? О, яблоки пошли. 18 штучек. Никто яблоки покупать не будет? Так, хозяйство, люди. Земледелец, хорошо. Сколько? 9 из 20. Блин, ну если я поставлю еще один лагерь охотников. Ну, толк от этого. Они просто быстро закончатся. И все на этом. Давай тогда амбар мне строй. Там есть один человек свободный есть. Так, железы, залежи, железы, железо 47, хорошо. Блин, нужно осваивать новые территории, а я могу здесь строить, либо не могу, либо мне нужно будет захвачивать это все. Вот тут вот. Этим регионом распоряжаетесь не вы. Окей, окей. И как мне распоряжаться этим регионом? Кто мне скажет? Так, это что у нас такое? Это у нас торговый путь. Как мне распоряжаться этим регионом? Мне нужно его открыть, либо захватить. Потому что на моем регионе что-то маловастенько всего. Хотя бы можно было прибалкой заниматься, но... Опять же, где наша рыбалка? Вот наша рыбалка. Мы здесь строить не можем. Как вы видите.
Так. Давай, 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 давай. Дальше смотреть, что нам амбар построили. Да, да? Вот амбар, хорошо. 500. И тут 1250. Хорошо, пусть туда просто складывает. Может, улучшим до большого? Давай улучшим до большого, улучшим до большого. Пусть у нас будет побольше материалов с вами. Так, яблоки, яйца. Блин, не всем хватает, видите? Мясо. И на пастбище никто не продается. Но тут, в принципе, нету больше никакой еды, чтобы я мог бы предложить бы. Так, что это у нас? Что нам нужно? Усадьба. Могу усадьбу построить? Могу. Давайте усадьбу, наверное, построим где-то здесь, возле рынка нашу. Все, отлично. Так, стены и ворота. Внешняя башня, сторожевая башня. Налоговая служба. Давай налоговую службу сюда поставим. Ну? Как ее перевернуть? Вот так вот. Так, алло. Закрыть. Дай мне налоговую сюда поставить. Так, давай. Строй. Это будет наша с вами усадьба. Сейчас попробуем туда налоговую поставить. Хотя, я думаю, мы не будем налоги сильно большие драть с наших горожан. Пока мы плохо справляемся. Топлива у нас мало. Хотя 17 дров есть. Могут заходить и забирать их. В принципе, в чем проблемка, правильно? Ну, можно ли построить мою усадьбу? Или нет, куда ты потащил? Куда ты дрова потащил? А, ты еще амбар строить. Идет строительство, понял. Нам бы людей бы побольше, да? Давайте, наверное, мы пока уберем отсюда всех. Так, раз. Где еще у нас есть? Вот тут железы. Залезы с железом. Так, глины тоже уберем. И отсюда тоже уберем. Все, нам пока места здесь не нужны. Мне нужно строительство. Пусть будет 5 человек на строительстве у нас. Чем быстрее мы это поделаем, эти амбары, тем быстрее мы сможем построить нашу усадьбу и разбираться дальше. Блин, чересчур сильно много домиков, да? Вот так бы было эти 5 штук идеально, но у меня туда людей не хватит на работу. Так что в любом случае придется много строить людей, ну то есть много домов. Так, что у нас тут? Пшеница опять по нулям, да? Они хоть хлеб едят, либо не едят? Я тут ее понять не могу. Продукты. Есть, один из двух. Да, поступай, значит готовится. Значит должен поступать на рынок. Хлебушек. Не знаю, почему этого не происходит. Так, яйца, хлеб 2. Блин, они вообще не обеспечивают то, что мне нужно. Не знаю, сейчас посмотрим, может поднимем налоги и будем с них забирать налоги и покупать им еду на эти же деньги. Ну, как по-другому. Других вариантов я пока мест не вижу. Обедчик, мы их продаете? Да, одной штучке или нет? Не нужно, чтобы они продавали моих овечек. Вывозить, да, отлично. Так, большой склад, 2,5, хорошо. А здесь у нас тоже отлично.
Бля, кто мне подскажет, как бы его так бы по-правильному сделать? У нас еды вообще ноль на месяц и топливо один месяц. Ладно. Так, вот моя усадьба. Давай. Давай, ребят. Немножечко побыстрее. Реально, наверное, сейчас попробуем налог повысить и закупать им как раз здесь вот фактории, торговля, еда. И закупать нам мясо. Мясо, ягоды, хлеб, яйца, овощи, яблоки. Вот это вот всего завозить. Так, хорошо. Все, отлично. Что это? Что оно мигает? Так, открыть планировщик замка. Есть налоговая служба. Ну давай. Ой, не сильно близко ли ты находишься? Не сильно ли ты близко находишься? Ну давай тут. Не понял. Что не так? А, находится в стадии доработки еще, да, ты говоришь. То есть налоги мы сейчас повысить с вами не можем, оно чисто в стадии доработки у них идет. Хорошо. Такие стены и ворота можем строить? Или тоже в стадии доработки? Давай посмотрим, если мы тут с вами сделаем вот так. Не, стены идут. Сторожевая башня. Хорошо. Короче, я понял, это все еще на стадии разработки, да, у них доработки. Так, а что ты тут переделаешь мне? Так, запас топлива, материалы, люди, слуга, налоги, земляный налог. Ну давай, 10, одобрение минус 4. Блин. Вот. Давай тут повысим. Ну, если сможем. Ну, как-то так. Так, королевский налог увеличен. Хорошо. Блин, хотя ладно, давайте мы не будем пока здесь трогать наши налоги. Здесь живут радуются. Почему-то. Потому что у них вообще всего по нулям. Блин, пусть живут радуются. А мы с вами... Попробуем посмотреть запас еды на рынке. Ну да, если я сейчас улучшу наше здание. Улучшу наше здание, мне придется закупать эль. А у меня денег для этого нету. И здесь вообще никак нельзя торговать. Ну то есть, все что здесь есть, все что я могу здесь продать, оно кончаемое. Как камень, черепица и все остальное. Рожь продавать... Рожи вообще нету. Оно что-то не хочет у нас расти. Так, ячмень, пшеница, лен. Даже как я дальше его развивать и что нам делать. Так, хорошо, здесь могу, да, тебя улучшить до второго уровня. Хорошо, давай улучшаем. Не могу улучшить, требуется
денежка либо древесина, что нам требуется. Давай выше и выше. Все, улучшить. Всем пусть пока мистер домика улучшим, потом посмотрим. Нужно будет заказать сейчас Эля. И тоже заказывать Эль нету смысла, нам нужны деньги. Почему овец у нас не покупает никто? Нужно будет еще с вами улучшить церквушку. Мне нужно 10 черепицы. 10 черепицы, 10 черепицы. Печь для обжига, да? Так, печь для обжига дополнительно. Черепица, глина. Ну, давай сюда одного добавим. И посмотрим по поводу черепицы. Сколько ты нам ее сделаешь? Сколько мне вообще нужно? Мне нужно всего 10 штучек. Так что сейчас подождем. Где ты? Где ты? Где ты? Так, это хозяйство снижает ваш уровень одобрения. Да мне все равно, я потом уберу его отсюда. То есть, они не хотят, да, чтобы у меня здесь работали люди. Так, черепица 2, отлично. Ладно, пусть 10 штучек делает нам. Топливо заканчивается. Так, нарубайте, пойдите. Пойдите, ребятки, нарубайте себе. Так, раз, два, во. Все, по идее, деревьев будет больше. Что по поводу черепицы? 5 штучек. Отлично. А глин нам хватит? На... Ага, 8. Давай еще 2 штучки, и мы пока не будем ничего здесь делать. Нам нужно будет просто сейчас улучшить... Этот, как его, церковушку, закупать Эль. Думаю, хотя бы штуки 2 нужно будет поставить. Все, отлично. Давай. И улучшить. Есть. Все, высший приоритет. Тебя я не могу никак улучшить, так что крысы, я таки извиняюсь, но мне сюда нужен будет один человек. Давай тогда торговля, где наш Эль, где-то он здесь был, вот, возить. Давай хотя бы по 2 штуки пусть приводит. Знаем, маловастенько, но у нас в принципе и домов не так сильно много, которым это все нужно. Так, давай смотреть. Ага, улучшили, да? Что нам нужно? Да, Эль нам нужен. И запас одежды на рынке. Что нам нужно? Обувь, одежда, плащи. Кто нам это делает? Кто нам это делает? Без понятия, да? Нам это делает одежда 92%. Пряжа, одежда. Так, дай посмотреть. Мастерская доспехов. Леп. Кузнец. Так, все жители дома становятся ремесленниками, после чего их уже нельзя определить на другие работы. Угу, инструменты. О, позволяет варить Эль, смотри. А значит что? Значит, мы можем с вами его не заказывать, правильно? Нам нужен будет солод только. Нам нужен будет чисто солод. Интересно, интересно. А я могу первого уровня назначить себе, чтобы варили? Нет, не могу, только второй уровень. А на втором уровне у меня здесь яблоки, я не хочу снимать людей с яблок. Значит, нужно еще улучшать вот этих вот людей, чтобы они варили нам Эль, правильно? Чтобы мне его не заказывали.
Блин, блин, блинский. Так. Ну да, у меня здесь яблоки. А яблоки полезная штука. Так, что по поводу Эля? Ты завозишь мне, либо нет? Где? Где наш бар? Вот наш бар. Продукты пока по нулям. Отлично. Давай ускоримся. Так, а на третий уровень я ж могу тебя улучшить, правильно? Что мне для этого нужно? Черепица. Черепица, черепица. Так, давай посмотрим. Ткацкая, печь для обжига. Давай сюда еще одного назначим. Пусть сделает нам 4 черепицы. И попробуем улучшить на третий уровень. Посмотреть, что нам будет. Так, запас одежды на рынке. 92% пряжа, одежда. Одежда, обувь. А я не могу, в чем прикол, я не могу сшить себе одежду. Мне нужно чисто заказывать. Ну, то есть вы сами все видите. Так, рабочая делает. Ткацкая мастерская. Ткацкая мастерская, ткацкая мастерская. Мастерская красильщик. Вот, на ткацкую мастерскую нужно будет одного назначить. Пусть делает. А для строительной работы требуется рабочий. Ну, это понятно. 6 черепиц, все, хватит. Нам вроде 4 там нужно было. Все, отлично. Сейчас, возможно, из-за того, что мы в ткацкую добавили человека, у нас ткань пойдет в пряжа. И, возможно, из-за этого мы сможем потом улучшить. Длинная ткань. Так, где ты? Во, смотри, пошло. Да, есть, отлично. Возможно, мы даже сможем сейчас. Либо не сможем. Сейчас только появится запас одежды, привезут нам человек Эль, и мы сразу же с вами попробуем улучшиться. Так, есть Эль, есть у меня запас одежды маленький. Обувь, одежда, плащи. Блин, а где мне взять обувь, одежду, плащи? Нужно заказывать. Хорошо, фактория, торговля. Давай одежду мне. Обувь, одежда, плащи, вот. Блин. Она стоит 240, чтобы... Одежда. Ага, вот одежда за 180. Давай тогда покупаем одежду за 180. Да. Учредить и будем возить по 2 штучки, я не знаю. И как только сейчас нам завезут их, мы сразу попробуем с вами улучшиться. Хотя опять же это нужно будет ждать, пока мисс у нас будет с вами деньги тут. Пастбище ничего не продается. Странно. Так. Так, запас топлива на рынке. Отлично. Блин. Ну да, я ж налоги не могу повысить из-за того, что это чисто декоративно идет. Оно не работает сейчас налоги. Денег мало, чтобы закупить Эль и закупить одежду, да?
Нет, чтобы сделать какой-то рынок, чтобы я нажал, к примеру, и продал все излишки. Да-да-да. Каменная церквушка, хорошо, есть. Одежда. Ага, одежда к нам либо только едет, либо только уезжает. Тут я не могу понять. Так, где мы находимся? Вот мы находимся. Давай посмотрим на нашу каменную церквушку. Ой, как красиво. Так. Ну, я думаю, одежда-то будет у нас, но... Ну, когда? Так, уровень поселения обеспечивает жильем еще одну семью. Две семьи, если хозяйство расширило, постоянно требования жителей вырастут. Ну, это понятно, что у них постоянно что-то растет в требованиях. Во, появилось, да? Но нет одежды, нету одежды на рынке у них. И выцепить этот момент будет очень сложно, я так понимаю. Так, кожа, сколько у нас? 199, ага, 200. Блин, можешь кожу продавать еще, как думаете? Стоит? Вроде у нас и 200 штучек, может по 2 штучки хотя бы. Почем продажа? Почем продажа кожи у нас будет с вами? Почем ты будешь цена ввоза вывоза? Так, вывозить. Сколько будет стона? А, сколько стоит? А, без понятия, да? Без понятия, сколько она будет стоить. Не, эта штука 240 стоит, ладно. Не получится. Ну что, ребят, вы одежду привезли? Да-да, не-не-не-не. Одежда, плащи, Эль тоже не доставим. Но у нас не доставляют, потому что у нас денег нет, у нас денег мало. Реально маловастенько денег. Где ты? 16, да, цена ввоза. Ну, вроде должно хватить. Давай 4 поставим. Так, еще по поводу Эля тоже давай 4 поставим. Просто я не могу понять эти торговые пути, как они работают. Реально не могу понять, как они работают, эти торговые пути. Так, ну с одеждой у всех все в порядок, да, я смотрю, ну да. Всех все хватает. Топлива маловастенько, конечно, не на всех хватает, но... А что поделаешь, кому сейчас легко? Так, запас топлива на рынке. Ну и так тут 3 человека работают. Вот. Они так рубят. Здесь постоянно. Что вы от меня хотите? Им говорите. Так, ладно. Давайте, наверное, на этом серии мы закончим. Не знаю, в следующей серии уже попробуем такие заработать денежку и улучшить наши жители, посмотреть, потому что если это, в принципе, вот это вот все, и дальше ничего не будет, то можно на этом прохождении заканчивать, ждать, пока будет полностью обновление, потому что вы видите, что это такие налоги не работают. Дальше развиваться я тоже не могу, потому что нету ничего. А здесь тоже как-то нужны очки помощи.
развития. В раннем доступе это функция заблокирования. Ну, требует доработки. Так что, да, давайте, наверное, ждать, пока месть у нас с вами откроется, все вот эти вот доступы ранее. И тогда уже проходить ее дальше. Заявление на притязание на регион. Ага, заплатить я не могу, да? У меня нету денежек. Во, объявлена вражда. Все, ребят, мы с вами враждуем. Где вы? А, ну вы пока до меня дойдете, ребята. В принципе, себе я армию еще смогу построить. Так, создать новый отряд. Не, пока мы ничего создать не будем. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. Да, давайте, наверное, будет просто 3 серии, я не знаю. Будем ждать, пока месть разработчики будут что-то делать новенькое. Потому что, ну, я не знаю, чем тут дальше заниматься. Строить просто дома и еду добывать. Ну, такое себе. Так что все. Всем до потом. Пока-пока. И услышимся.